Всем привет, с вами Никита, у нас сегодня Хищные тачки Карыцкар, третья часть, и мы сегодня выполняем то задание, которое вы прислали в комментариях, а нам нужно с вами новыми тачками пройти последнего босса, и фишка в том, что мы не должны нажимать на кнопки управления машиной. Ну что, давайте попробуем это сделать. Из тачек, последние тачки, это, я так понимаю, те тачки, которые мы открыли в этом году, это у нас Пришелец, Шторм, Трифит и Ястреб. Давайте, выбираем пока Пришельца, я поставил гаджеты, поставил все дроны. Буду надеяться только на водяную бомбочку. И что, поехали. Последний из боссов, это у нас босс Шреддер. Также можно еще крутануть спин в надежде, что сейчас будет больше бомбочек. Да, плюс 2 бомбы. 2 раза по броне, 20% по броне. Ну все, я думаю, мне сейчас точно повезло. Так, но мы кнопки управления тачкой не трогаем. Я только могу сбрасывать бомбы, ну еще где-то турбинку включать, все. Так, давай. Так, бомбочка пошла, я попал бомбежкой. И я попал. Я не знаю, что там происходит. Я надеюсь, что у него осталось мало жизней. Все, вы видели? Вынес. Вынес, ребята, Шреддера. Это на халяву, наверное. Это просто на халяву. Ладно, давайте дальше. Повезло мне с Пришельцем. Следующая у нас тачка. Это классная тачка. Она очень мне нравится. Дизайн у нее просто бомбический. Это Шторм. Такой вот Штормик. Надеюсь, тоже сейчас с первого раза вынесем. Вынесем Шреддера. Ну, конечно, водяная бомбочка, она очень классная. И еще плюс 1 выпадает, и еще плюс 3 выпадает. И еще 15% урона. Но Шторму тоже повезло. Можно, конечно, было усложниться, не крутить спины. Ну ладно, пока давай со спинами тогда. Так, он только появляется, я сразу, ребята, все 5. Нет! Ой-ой-ой-ой. Нет! Вы видите, без управления меня подставили эти, вот эти вот шипы. Давай, вторая попытка. И еще 2 бомбы. Ну, вообще везет мне. Очень везет. Еще и брони немножко подсыпали. Так, ладно, давай. Надеюсь, там не будет шипов. И я просто успею сбросить эти водяные бомбочки. Так, давай, где ты, босик? Появись. Давай, появляйся. Вот он. На. Короче, я сбросил. Ребята, все бомбы сбросил. И я ничего не могу сделать. Не хватило. Что делать? Улетать? Надеюсь, я его добью. Да ё-моё, не хватило. Вы видите, не хватило, даже спины не помогли. Ну ладно, идем дальше. Третья попытка. И казалось, уже атаковал даже. Даже атаковал босса, все равно не выходит. Так, 2 бомбы. Немного брони, немного урона. Ну что, поехали. Я даже не знаю, может мне нажать вообще на турбочку и полететь куда-нибудь. Ну боюсь. Ой-ой-ой, вообще упал. Все, я еще и лег. На. Короче, бомбы сбросил. Да съедайте, вырывы съедайте. Есть, вот сейчас они съели. Хорош, все, ребята, прошли. Прошли второй тачкой из новых. Пришельцем, Штормом прошли. Идем дальше, следующая у нас уже тачка. Это будет растение. Это у нас, ребята, будет такой вот необычный трифит, такая вот машинка. Ну что, надеюсь, с первой попытки все сделаем. Сразу кручу спины. Давай, 1 бомба. Еще 2, 3. 5% по урону, хорошо. Ну что, Трифит, погнали. Посмотрим, насколько ты хорош. Так, пока нету, никого нету. Ё-моё, я увидел, там босс появился, я сразу как-то дернулся и одну бомбочку сбросил. Ладно, что мы сделаем? Мы, да ё-моё, только не надо сейчас прощать. Все, он лёг, и я его, ребята, не смогу поднять. Опускай лежит. Главное, что боссик здесь. Есть, вынесли. Повезло, ребята, тоже без проблем. С первого раза, кстати. С первого раза прошли. И что, у нас последняя из новых тачек. Последняя тачка в аккаунте. Это летающая тачка. Это, ребята, у нас вот такой вот ястреб с таким крутым бластером. Так, ну что, давай спины. Раз мы уже все тачки со спинами. Пробую со спинами. И здесь нет, ребята, бомбы. Ни одной бомбы не выпадает. Думаю, ничего страшного. Мы сейчас полетим, просто и насобираем бомбочки. Плюс у меня стоит генератор бомб. Они у меня должны вроде бы и так появиться. Давай полетим. Посмотрим, куда он залетит. Только не на шипы. Да, еще и на шипы. Но я смотрю, бомбочки не прибавляются. Неужели я гаджеты не поставил по бомбам? Что-то странное, ладно. Короче, надо было мне не лететь никуда. Пробуем тогда еще один заход. Спины. Вся надежда на спины. И все, я так понимаю, без спинов мы никого не вынесем. А тем более, если поменяем бомбу. Так, отлично, 2 водяные. 2 водяные бомбочки. С 3 бомб.
Должны будем, ребята, сейчас с трех бомб его уничтожить. Просто надо, наверное, удачно еще их сбросить. Так. Где ж ты? Где ж ты, босяра? Я уже готов. Промазал. Бомбочка пролетела мимо. И вторая. О, не попал. Так, хорош, хорош, всматываемся. А у меня была, в принципе, бомбочка. Куда я полетел? Бомбочка-то... Да ладно, вынесли. Короче, ребята, вынесли. Хорош. Ну что, задание выполнили. Давайте немного усложнимся. Давайте еще раз, но только уже не будем крутить спины. Давай, без спинов попробуем это все сделать. Самая последняя тачка ястребом. У меня только одна бомбочка. Что мы делаем? Пока ждем босса, да, наверное? Ждем босса. Я сбросил. Хорош, я успел сбросить. Видите, тачка заваливается. Еще одна бомбочка. Подгазовываю, подгазовываю, ребята. Ну неужели? Есть, вынесли. Ну водяная бомбочка, это просто супер. Это просто супер. Ладно, давай поменяем тачку. Давай из новых тачек. У нас, по-моему, были проблемы со штормом. Вот давай попробуем на шторме. Вынести без спинов этого босса. Так, спины отключаю. Ну что, погнали. Одна бомбочка. Может сразу поехать вперед, потому что я знаю, если остаться, наверное, я не смогу вынести боссика. На две бомбы, короче, я сбросил две бомбы, и все, он меня завалил. Он завалил, и мои, смотрите, рыбешки пропали, это значит, я лежу, ничего не делаю, в надежде, что сейчас генератор бомб, он сделает мне бомбочку. Да ладно, я без генератора бомб играю. Да, все, без вариантов. Короче, у меня в багаже там не стоит генератор бомб. По-моему, я, мне казалось, я все включал, все гаджеты поставил. Так, где мои гаджеты? Да, конечно, у меня все гаджеты отключены, оказывается. Пускаем магнит все. Вот он, регенератор бомб. Электромагнитный импульс, вот теперь другое дело. Ну что, ребята, спины отключаю. Мне они не нужны, потому что сейчас регенератор бомб. Сам мне бомбочки, я думаю, успеет сделать. Тогда уже две бомбочки. Смотрите, уже две. Пока босс еще не появился. Давай, давай, вперед, подъезжаем вперед. Яйца. Короче, бомбочки есть. Босса нет, и тут еще шипы. Да ладно, без босса играем. Где ж ты, босяра? Так, сначала начинаем. Странно, почему не появился босс? Или надо было мне его подождать? Может, он где-то застрял? Так, ну ладно, давай еще раз. Ждем босса, чтобы он появился. Ай, ну я же не могу остановиться. У меня ничего не зависит, в принципе. Так, нету босса, смотрите, ребята. А, нет, появился! Ой, я с испугу. С испугу немножко накидал ему. На тебе еще одну. И еще одну, но я промазал второй бомбочкой. Той бомбочкой я промазал, но мне сейчас генератор бомб ее добавит. Ну да и то, не успел даже создать бомбочку. И так мы его вынесли. Не, ну конечно, с гаджетами все стало еще намного легче. Ну что, ребята, в принципе, на этом все. Задание выполнили. Боссика уничтожили, тачка не управляли. На этом все. С вами был Никита. До скорого. Пока-пока.